Пьяные. Бледное мое еблище утреннее, да, бледное как, блядь, у мертвяка, нахуй. Надеюсь, не мертвяк. О, поля, блядь, осталось здесь 50 километров. Ёпты, бля. Сейчас сходил их поставить, живот сдулся, у меня ужас, блядь. Вот, как у Пуджа, ебать. Или у Нью Гейбла. Ну, короче, сейчас сишку докурю и поедем. Поедем дальше. Ну чё, пацаны, логинг, блядь, слушай, будто бы в Минск какой-то попал, блядь. Ничем не отличается, блядь. Севастопольский Минск, во, да. Тоже, видишь, дороги какие, в низины, блядь. Недавно только с Киева приехал, там такие же, блядь, равнины ебучие. Так. Так, пацаны. Еба, у меня... Я там еще блеванул, блядь, когда ссать пошел, блядь. Мне захуеверзило, пиздец. Начинаю ссать, блядь. Смотрю на живот, пацаны, а у меня правая часть вот такая вот, блядь. Я как надавил, и пиздец. Охуеть. Ну, я обоссал, естественно, все. Ссы прям тут, блядь. Дежурная аптека. Слушай, я впервые вижу название дежурная аптека, блядь. Обычно Айболит как-нибудь так называют, блядь. Лимпопо. Слушай, это океан? Что за океан? Почему океан? Блядь, слушай, не-не, это как Северная Корея, блядь, с такими автобусиками. Ебануться, блядь. Ждем Олега, блядь. Естественно, он с бандой там подъедет сейчас. Пензенская банда, ёпта. Что ж, пацаны, у Кирилла мы сейчас на хате. Вот. Я Олег, киса Барсик. Олег. Олег тоже зовут. Олег, но он на Олега не отвлекается. Барсик. Он может быть Олег. А вот на Барсика смотрит. Такое лицо у него, будто бы он жизнь познал в хате Кирилла, блядь. Вот. Сейчас 9:30, где Мазоха, спросите, да? Мазоха, наверное, в кабаке где-нибудь, не, спит, отлеживается. Причем он говорил, вот я не могу в тачке уснуть. В тачке он не мог уснуть, потому что, блядь, нехуй в плеер слушать, блядь, постоянно 24/7. Я с плеерами не езжу, мне как-то раз родаки подарили плеер, блядь, такой пиздюшный, маленький, уебищный. Не помню, как он там назывался, блядь, там 2-3 кнопки. Это не Джек Воробей, как на палубе того чувака, блядь, звали. Все от Олега. Тут есть мы вообще в центре сейчас? Да, мы это в центре. Это типа центр? Это почти центр города, главный. Я как в Севастополе, блядь. Не, в Севастополе вообще, по-моему, центра нет. А, там сквер дорога... Пушкина, тут из сказок Пушкина всякие, то есть, допустим, Русалка на... Подожди, где? Вот этот сквер Пушкина. У нас много нормальных скверов. У нас вот это вот избушка там какая-то, да? У нас повернут город на скверах, всякие Олимпийские аллеи, современник. Ну, блядь, чемпионат мира-то у вас будет? Вот тут Доту смотрят. Где? А вот там вот Доту? Будет, это кинотеатр? Нам, чемпионат мира, это нам 2 часа надо ехать до... До того места? Да. То есть мы, грубо говоря, 2, и следующий уже только 7 часов. То так подожди, 2 часа ехать до того места, где будет футболчик? Да. А что там, прямо отстроили охуевший? Ты был ну, там? Ну, это стадион в Саранске. А потом идет, по-моему... Саранск, блядь. Это вымышленный город, как, блядь. Нет, кстати, нихуя там нормально. Саранск, блядь. Они там Мар-2, знаешь, как отстроились. Ага. А вот это вот яйцо какое-то, вот, блядь. Я не помню, в японском стиле. Здание, но, по-моему, вот там дальше по СКН. По Северной Корее ее. Да, по СКН, а то, я не помню, честно, я забыл. Мне вообще поебать, что это за здание. Я единственное знаю, что справа. Что это, блядь? Типа, как ведьм? Это типа... дома, сейчас скажу, там что-то типа энергосбыта. Нихуя, блядь, вы посмотрите, пацаны. Бедную ногу сирену привязали, блядь, расколотили пензенцы. Зачем? Раскулачили ее, блядь. За плавники. Вот. А вот там наверняка Виталий живет, блядь, Жопич. Вот там ЕГЭ чекает. Ой, да. Вон еще белочка. А тут вообще бухают? Чем? Нет.
Да, ну нет такого, что уж прям бухают. Нет, вот в этом парке как бы. Ну, нет такого же. У нас в Пензе не бухают на улице. Да ладно. У нас сидят в барах. Это норм. Да не, ладно. Бухают, прям уж совсем быдло-быдло. Знаете, причем, если бы я сейчас мог пить, я бы, блядь, шел бы с пивом, блядь. Вместо вот этой водички, святой источник. Это как минимум было бы не красиво. Да, бля, знаешь, мне похуй. Я знаю. Кто, я знаю. Мне похуй, бля, красиво, нет. Кто идет с голой писькой и сыт? Кто вот? Ну, кому да. Тут плевать? Представляете, бела дня, блядь. Да. Так, а это, дай угадаю, подожди, Пушкин. Блок. Пушкин. Да, Пушкин, конечно, раз это его что-то. Ну-ка, блядь, волосы какие у него. Слушай, а что, у него головы нет, что ли? Лица у него, лица нет? Мужик без лица. Боже, бля, я был прав, а, насколько, я просто по затылку Пушкина, блядь. Да ты, я не знаю, блядь, я не ебу, там нагая сирена, какая-то бабка, блядь. Это Пушкина бабка или нет, я же не знаю, блядь, ее в лицо. По затылку определяю, блядь, бывших кумиров. Кумиры бывшего. Что Пушкин инсценировал свою смерть. Чекал? Я до этого читал, короче, он стыдил от перитонита, блядь. Рассказов прочитал, а потом еще этот, то ли Кшиштовский, что ли, записал видос. Они там якобы... Что за Кшиштовский? Ну, вот, который с усачем поперечным трет. Фу, блядь, слушай, им верить, это хуже Киселевых, только тот, блядь, при власти, а эти хуи вот так... Фу, бля, нахуй иди, бля. Я еще не понял, на, бля, поперечный, блядь. Поперчевый. Ой, блядь. А, так, а вот это интересный домик такой. Security бойный. А? Вот, смотри. Какой компактный. Это... Похож на госдеп. Короче, сельсовет какой-то, я забыл. Блин, вот все из головы полетало, когда тут пришел. Когда я пришел. Вот, знаешь, вот, а мне с пивосом приходит все в голову, бля, а я не могу сейчас. Я вот честно, я тут два дня назад был, я сам называл остановку, остановите, из головы. Остановите, Виктор, остановите, или надо выйти, как эта песня, блядь. Напевал мне Игорёша с Киева все ее. Остановите, остановите. Ладно, сейчас идем пожрать. Называется. Так, это улица кого? Володарского. Который озвучивал. Нет, озвучка. Улица. У нас было 10 минут. Извините, пожалуйста, вы не можете? Да. Вот, Пенсгражданпроект, спасибо большое. Ага. Вот следующая улица идет Московская, это центральная улица. Она идет от гостиного двора до собора, который сейчас строят, который взорвали во времена Советского Союза, ага. Вот его сейчас заново реконструируют. Ну, честно, долго выглядит красиво, потому что его видно с самого низа, то есть километр. Ну, я не вижу, где там с самого мы низа. Мы сейчас еще не вышли на Московскую. Так, то есть мы идем сейчас на Московскую. Это центр Москвы. Смотри, в Пензе, я сейчас в Пензе. Не Пензенская улица, вот, смотри, а Московская здесь центральная. Да. Он как в этом, дома, в Ассасин Криде Маска. У лекарей. Вот сейчас мы выйдем на Московскую. И... Охуенная главная улица. Нет, да погоди, мы еще не вышли. Мы могли по скверу. Сколько работяги строили это? Работяги? Да. Ой, какие слова. Сколько? Ну, бля, а как труженики, дружинники. А вообще... ты Кирилл плагиатит. Да не, нихуя, это меня плагиатит, блядь. Это общественное слово, блядь. Не, реально. Работяги, бля, у меня сосед так говорит, блядь, а он знать не знает меня. Он же меня не плагиатит. Потому что только Артаса знает, да? Нет, нет. Ну, в общем, смотри, вот это... Флаг Украины? Нет. Вот слева... Опять флаги Украины там? Дума. Нет, а какие Украины? Ты находишься в Азербайджане, в Израиле. Да. Это вот у нас торговый центр «Империя». Так, свой ГУМ-ЦУМ, да? Ну, вот там дальше пассаж находится. И сколько там одежды, например, пассаж будет стоить? Пассаж там просто вот, как бы там, одежда. Там, нет, вот там тут вот. Забей, тут говно. Yeah? То есть всякие адики, это нужно идти пассаж. Это вот мы сейчас... Нет, вот, ну снимем. Смотри, в ГУМе-ЦУМе там, блядь, все дерьмо продается. Здесь у вас продается? Да. Не, ну это такое. Ну, знаешь, там сейчас Макс, с одной стороны, с другой кафе. Это вот более-менее похоже. Ага, блядь. То есть вот она Московская. Чисто, подожди, это Ленинин. Yes? Да? Ленин.
там стоит. Да, площадь Ленина. Сплагиатели. Смотри, у нас тоже рука в кармане. Он говорит, сознамец, вот даже плитка сплагиатели, блядь. Смотри, вон слева пассаж стоит, где кухня. Ага. И то есть в конце там вот гостиный двор, и вот видишь, вверху вон стоит собор. Его отсюда видно. Так. И по бокам тут в основном сидеть, пить пиво, смотреть на собор. Бары, кафешки, и веривать, что бутики. Местный патриарх смотрит где-то там тебе в глаза также. Тут зимой круто делают, видишь навес? Вот тот навес. Ага. Тут когда все снегом, да, покрыто и загорается. Ну, бля, Вемешка так же, так же. Где тут пожрать-то можно? Кстати, мне понравился Мыска, как Новый Арбат отстроили. Туда я не вижу смысла идти, пошли ближе к высшей лиге. Я бы вот оттуда с роликов. На фонтан пойду. Хотел бы ебануть. Да что там фонтан-то? Что я потом там не видел? Досуры сидеть. Опять же, блядь, фонтаны. У меня тоже в поместье есть фонтаны, блядь. Фонтан, когда толчок же ломается. Не-не. Ну что, не видел фонтана? Рулей пробивает. Бычаны, hello, hello, это. Хотя не hello, не знаю, в каком видео будет. В общем, да, мы в топ да, едем, я, Кирилл, Мазоха, сафари. И знаете что? Мне Валера скинул фоточку, Мазок, ну-ка покажи. Я до конца не верил, я до последнего не верил. И Семену не верил, который в говнище пьяный мне это, говорил по телефону, что Вежелин, тебе, блядь, камеру готовы отдать. Я ему говорю, это все блеф и фарш. Как какой-то Одинцов может, блядь, отдать камеру, блядь? Фейк. Лукин, да, да, тем более фейк без аватарки. Смотрите, это Валера, это Игорь. С распальцовкой, понимаете, да? Он там бывалый чувак. Может быть, он при помощи корешей нашел. Но камера, вот она, Sony A6300, блядь. То есть хохлы не такие шпидеры, бля, оказывается. Как тот типос написал, он испугался, что будет полиция. А мне кажется, просто у него вот незарегистрированный шматок сала был в куртке, блядь. Поэтому вот он взял и зассал, обоссался, убежав с моей камерой, блядь. Потому что мы нормально общались, я его набухил, как бы, ну, только 6 дней меня искал. Наверное, все-таки ему Димон тот отписал, типа, что это ты, оказывается, камеру спиздил? Он такой, бля, ебаный в рот. До сих пор я думаю о том, как бы ко мне СБУ не пришло и, блядь, сало не спиздило. Вот, ТХК, бля, почан. Спиздил, блядь, экшен, наебал меня, блядь. Вот, а вот так думал, вот. Нервяк какой-то будет, да, а нет. Да, ты представляешь? Индекс какой? А сейчас теперь забирать дело придется обязательно. Индекс Пензы? 143.090. Индекс Краснознаменска. Моего поместья, да-да, пацаны. В общем, едем сейчас это, отметим хотя бы 50 граммчиков. Пацаны, мне да... Вот, Сафар мне подсказал, что, может быть, он просто фапал на твою камеру. Но я считаю, Сафар, что он фапал не на мою камеру, а может быть, он настолько ярым фанатом оказался, что решил все видео посмотреть первым. Блин. Который я 64 гигабайта наснимал, там же память у меня до фула была забита. Это Мориарти, чувак. Да, да, а ты представляешь, он просто вот... В последних минутах он как раз таки запалировал. Он по-любому их скопировал. Тут вот, блядь, ты что, ебал? Что, связистов 10? Хелло. Не знаю, в какой же этот кадр попадет. Тем не менее, мы сейчас ходим по лесу, закладки ищем. Где там должно быть? Под каким деревом ебаным мы должны найти? Какой Щебекинский лес? Арбековский лес. Вот. Территориально, ёпта, бля. Где-то в Арбековском лесу охоту на пиранью снимали, бля. Машков еще пробежит мимо. Заебашу его. Бля, я оделся еще как... Будто бы, блядь, на Северный полюс, блядь. А что не красно-черный, ёпта? А, ну да, ничего себе. Смотри. Мазок, возьми, туда руку положи, они тебя наградят каким... Не, нормально положи. Они тебе суперспособность дадут. Будешь человеком-муравьем. Не, это подержи пару секунд. Не, давай ты. А засунь палец вот в эту хуйню.
Смотри, там, блядь, вот эти яйца ебучие. Ты видишь, ты видишь? Где? А, не. Это они... Ух ты, блядь. Сейчас, знаешь, там матка вылезет такая охуевшая. Я тебе говорю, мазок, не надо. Я не знаю, как мы с этого леса будем потом убегать. Как фильм, вспоминаю, клещи или тип того, блядь, в 90-х. Смотрел я, очень стрёмный, блядь. Там еще мужик играл с ебалом, как у обезьяна. Пошли, хуйня все. Бля, они внутри меня. Ну-ка, подожди, подожди. Тут три загрузки наверняка есть. Вон, посмотри, почина это. Это червяк, по-моему, слышишь? Где? Вон, видишь? Вон, вот. Где это такая, похожая, блядь, на скорлупу. Ты видишь? Ау-ау-ау! Ау! Где? Вот, 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 да-да, выше. Да-да-да, именно. Чё это за хуйня? Чё, чувака убили, нахуй. Его замочили. Прям взяли замочить. Блядь, ну нахуй, я пошел отсюда. Бля, я уже пропотел, нахуй, походил. Таких вот, знаешь, мазок, ты боишься трясогусок? Нет. Да ладно. Я ничего не боюсь. Ага. Пауков. Особенно, которые, знаешь, ну, на такой пипетке, типа тарантул, блядь. Тебя так не подъебывали? Нет. Типа тарантула кидают, да. А он еще и прыгает, сука. Хэппи ты мил. Вы посмотри, как мы одеты, мы будто бы, блядь, сейчас пойдем куда-нибудь в Арктиду. Стильно. Стильно. Вот так вот я буду идти, блядь. Я думаю, жуки и пауки не одобрят, блядь. 15 минут осталось памяти. Ох ты, вот это да, вот это овражище, блядь. Мазок, хотел бы пьяным туда улететь? Нормально. А лучше вон, бля, даже вон оттуда сверху, это рудник, ради которого мы сюда и шли. Отведать водички. Это тот же самый... те же самые сортиры в доте, которые ману ХП восполняют, блядь. Как они там называются-то? Шрайны. Да, шрини. Я их просто всегда сортирами или... как это так называю. Ну как, мазок? Да? О, бля. Это откуда течет? Из параши. Да? Черного дельфина, блядь. Слушай, а напор чуть меньше стал. Ух, меня жгал. Вот тут стопарик есть для Эдуардовича, а он не хотел ехать, блядь. Криминальное масло. Ну, блядь, холодненькое нормально. Ой, вот туда залезь, короче, сними, помнит охуенно. Смотрите, что обозначает вам... ваша ленточка? Да, что за ленточка такая? Ну, красный огонь. Георгиевская, да? А чё на это дым, ёпта? Вспомнил нахуй. Мазок, а почему Георгиевская? Георгиевский? Потому что... Потому что был Георгий Попедоносец, или как его, блядь? Да? Или чё? Ну, это, короче, типа, я помню о войне, нахуй, помню дедов. Вот. А хочешь повторить? Нет. Да ладно. Это надо что-то дурак. Зато... Нет, ну есть такое, типа, можем сплюнь, блядь. Как повторить? Ну вот наклейки на машине вешают, можем повторить. А, типа, вы 45-й будете? Год, да. Не, я тебя не признаю. Кирилл. Да, алло. Так, пацаны, попиваю пивосик. Не знаю, это как-то хуёвенько он идет. Тем не менее, это новое озеро? Или что? Ну нет, мы мост около службы. Как называется море? Ну, вот водохранилище Сура. Вот. Что тут? Можно плавать или нежелательно, да, блядь? Да, но тут смотри, ты когда не нужно? С московской, вот как стрелпиться вниз. А получается, вода из-под крана хуярит прямо... Нет, нет, Сурское водохранилище, она... И ну, там типа такой грязный. Она Волгу реку ебет. Так там получается где-то есть дамба. Да? Сура — это приток Волги, в общем. А Сурское водохранилище — это отдельно взятое. Ага. Всем, конечно, так интересно моим дотерам. Блять, это будете плавать.
Не залетайте сюда, в водохранилище. В Суру можете, в Суре плавать. Сурское водохранилище, кстати, тема там классная. Так подожди, это Сура или Сурское водохранилище? Сура, Сурское водохранилище, это в ту сторону. А, ага, понятно. Это ехать вообще за город. О, бля, смотри. Это трубы. Чё там хуярит вовсю, блядь? Чё? Это лодочка. Это крейс Шепард, блядь. Дай мне курнуть.